Кстати, есть очень хороший вариант с хоррором. Связать пуджей? Я тут, значит, пытаюсь... Связанные пуджи, это страшно. Хватит. Все, я пойду смотреть. А что? Что тут за гора мяса? Типа, а я ни при чем, я так заспаунился. Я на шпагат сел. У меня растяжка хорошая, мне мама говорила. И не надо тыкать мне в пупочек. Иди отсюда! Слушай, у него рука как у Супермена такая. Вперед на борьбу со снайперами! Ой, стена! Слушай, это пончик в космосе просто, из Незнайки на Луне. Ты погодила, сейчас будет пончик. Куда полетел? Там последний пуш мёртвым грузом что-то. Он малость того. Земля в иллюминаторе. Так, не надо тут иллюминатор. Слушай, это надо озвучить потом будет. Мид. За снайпером как бы. Бежим, мид. На днище. На днище, ебан. Я сказал на днище. Кто проживает на дне океана? Только не пуджи, блин, они не хотят на дне жить. Они дружненько оттуда вылетают. Пуджи. Снайпер. Днище, днище. Еще хотел связку этих. Снайперов? Окей. Можно и связку снайперов. Я снимаю пуджа сейчас. Я не могу вырулить на эту взлетно-посадочную. Эй, снайпера убили! А, нет. Все, стоять. Все. Слушай, у нас снайпер. Мы ведем прямой репортаж с места событий, тут просто дождь из мяса и вообще. И снайпер улетел. Так, все, дети, приземляемся. Все, не надо смотреть. Все. Стоп. А ну, миминизировали все ваши эти... Снайпер, стой! Пуджи, идите сюда! Они улетели. Может, Пуджи чуть-чуть? Блин, какие-то слова! Я не могу с такими работать без юмора! Окей, Пуджи, возвращаемся в исходную позицию. Черт возьми, нам слишком мало платят за такую работу. Последний вообще эпичен такой. Ему уже все пофиг, короче. Вы готовы, дети? Я лечу. Блин, они опять криво. Вся работа. Сейчас. А тут вообще как-то странно все это увеличивается. Где мой спух? Ну-ка. Ой, льдиночка. Да нет, она тебя держит, ты маленький просто. Вот так примерно. И спринскрин. Эти испуганные глаза. Нет, я не его мать! Так это я Герри, она саппорт, все правильно. Вы аморальны, у нее пролысина сзади, там, нет, опустите меня, пожалуйста, я хочу на сушу. Волнен упаривается в тропическом раю. Мы находимся на съемках программы про дикую природу, где какой-то негр и еще один негр за этим негром... А, это, видимо, брачный период. Посмотрите на это желающее взбудораженное лицо первого негра. Ой, я в кустики зашел. Владлен, ты где? И тут! Я обязан закрыть эту цензурой.
Здесь нельзя снимать, я должен здесь смотреть. Все, пошли отсюда. Пиксель, пиксель, пиксель. Стоп, ты меня... Напоролся. Ты ёбить! Блин, я и на стрим переключился, это такой упоринг. Подожди, заморозь. Надо еще. Да, короче, давайте, короче. Нами такси, короче, надо. Что, давайте мы лезгинку послушаем, да? Я пижон. Это что за поц тут? А, да это Ашот, он просто тут типа царь. А, этот поц это Ашот, а чё он негр такого? Что-то я уже как-то человек по-украински. Ай, брат, куда везти тебя? Арбат. Давай на Арба, на Арба меня везти. Дорог, да дорог покажешь. А я знаю дорогу. Это кто сказал? Правее, правее бери. Бери, правее, я на крыше еду. А какой крыше? Давай в ресторан у Ашота, в общем. Давай на гору, там ресторан, ну а просто лаваши подают. А барашка? Какого? Шашлик? Шашлик в лаваше хочу. брат, слушай, это кажется, у тебя движок перекрыт. Да, там вода просто. Какая вода? Это что? Газированная. Дюшес, да? Кока-пепси. А что, мажоры вы тут все в своих островах. Кока-пепси да, заливают мой сюда. Остров. Да, это мой личный у меня остров, в ауле я... только тархун. А, нет, дерево. О, все супер. Я умею рулить, оказывается. Но у тебя руки не на руле. Брат, что ты делаешь? Шаланды полные, кефали. Вот кефаль такая, значит, сейчас на стуле. Давай, в Одессу Владзин привозил. Запрыгивай. И все бедюжники вставали, когда в пивную он входил. Нам нужна пивная. Владлен, заспавни пивную. Стоп, у вас уже заготовка. Сейчас я пока для Дофа стул сделаю. Владлен приходит в пивную, и все встают. Всякий фальт встает. Понял, Глеб, ты встаешь. Я ненавижу свою работу. Нужен разбег? Mortal Kombat. Слушай, я не уверен, можно ли это показывать детям вообще. Да дети каждый день это делают в пабе. Я родился. And flying over and over and over and over again now. Полиция, бабе, отдел дравов, что вы здесь делаете? Ваши документы. Ты надо цензурить вот это. Ой, ой, Пипка отвалилась! Не бей меня этим отгрызком! Отвечай, сиди же раз, судишь этот агресс, бери в голову, я тебя с дробовика разбожу, что ты делаешь, дед? Дед, я предупреждал, у тебя вся борода в крови. Are you serious or something? It's the king size of Russian. И чё значит такой Сент Кинг? Раскачанный, сытый, мне надо подходит. Рошан, я тебя убью! Полиция, баябе, отдел кадров. Ой, фу. Блядь, ты когда последний раз пальто выкинул? Берем Леню, кормим ему огурец. Он играет в ботву. Если это... Так, я пожалуй, я не то сказал. Так. Да почему всего 10 человек на весь смотрят? Ha 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 ha
Это безобразие. Подожди, развернись чуть-чуть влево. Влево. Еще. Стоп, вот, отлично. Это то, что нужно. Это прямо такой ракурс, который мы... Да не так! Вправо. Вот, шикарно. Уточка. Подожди, оставь. Итак, мы поняли, с кого древние египтяне рисовали свои настенные образы. Так, нет, а это уже не тот образ. РПГ у них не было.